Кухня ЖКХ. Экспертом проекта «Кухня ЖКХ» выступает Павел Валентинович Еропкин, генеральный директор УК «Актив Комфорт». Здравствуйте. 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 Интерес кировчан к теме ЖКХ с каждым годом растет. Последние события, связанные с невывозом мусора, подтолкнули жителей обращаться в разные инстанции не только в Кирове. Эксперты сошлись во мнении, что предложения по решению проблем необходимо мониторить и обсуждать не только на площадках Кировской области. В связи с этим в Кирове планируется создать представительство Национального жилищного конгресса. Это ассоциация, в которую входит четверть всех предприятий, управляющих домами. Павел Валентинович, какая главная приоритетная задача этого представительства? Смотрите, значит, во-первых, мы, как управляющая компания «Актив Комфорт», тоже входим в эту ассоциацию «Национальный жилищный конгресс». Понятно, что это крупная некоммерческая организация, партнерство, которое работает с 25% всех управляющих компаний, ТСЖ, разных форм собственности, имеется в виду управления. Главной приоритетной задачей является это создание нового стандарта в качестве обслуживания жителей многоквартирных домов, создание единых правил, требований и стандартов деятельности для управляющих компаний, развитие профессионализма в сфере управления квартирными домами, создание здоровой конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, понимаете? Создание там механизмов противодействия рейдерству в этой сфере управления МКД, которое тоже у нас присутствует, да? Хотя мы говорим, что это типа конкуренция. Оптимизация системы капитального ремонта, какие еще дополнительные меры для снижения каких-то инвестиционных рисков, формирование там методических рекомендаций для всех в одном, как бы говорится, закон в правовом поле. Работа по информированию жителей о всех нововведениях как в жилищном законодательстве, так и в других законодательствах. Поэтому ассоциация и мы, как уже участник данной ассоциации, приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Поэтому вот как бы участвуя там, мы как бы знаем, что мы делаем, как мы делаем. Мы постоянно получаем всю свежую информацию. У нас проходят конференции. Раз в квартал обязательно мы общаемся. Раньше, конечно, это были, как бы, как говорится, очные встречи, да, приезжали в Москву, встречались там на площадках, в Нижнем Новгороде или в каких-то там регионах, где они проводились, там, на Урале, вот, но сейчас это проходит в онлайн-режиме, через Zoom конференции, да, то есть, и, в принципе, это очень полезно, поделиться опытом. Мы общаемся и с Мурманском, там, и с Дальним Востоком, и с Москвой, и с Подмосковьем, делимся опытом, обсуждаем, спорим, что-то выносим, какие-то свои предложения. Павел Валентинович, дайте совет собственникам, как всегда быть в курсе событий в сфере ЖКХ. Ну, здесь хороший совет. Ну, чтобы быть всегда в теме и услышать мнение разных экспертов, слушайте радио «Эхо Москвы», читайте газету «Бизнес-новости», интернет-издание «Первый источник». Все самое интересное всегда здесь. Управляющая компания «Актив Комфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Розы Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ. Возрастное ограничение 16+.